Network. Приветствую вас, друзья! Около недели назад у меня на канале выходил подробный обзор проекта под названием Network. Уже тогда было понятно, что данный проект является крайне перспективным и многообещающим, даже несмотря на то, что он пока еще не запущен. Однако с момента выхода того видео у Network произошло несколько важных событий, которые еще больше доказывают крутость данного проекта. Но перед обзором последних новостей Network хотелось бы напомнить вам основную суть данного проекта. Команда Network создает глобальную масштабную платформу, на которой любой желающий сможет создавать контент для устройств виртуальной реальности, по большей части игры и видео. Network будет иметь набор специальных инструментов, который существенно упростит создание и выпуск VR-контента под все популярные платформы, такие как PlayStation, смартфоны и очки виртуальной реальности. И при этом данный контент смогут монетизировать сами его создатели, используя для этого предоставленные Network возможности, такие как реклама, спонсорские подписки, донаты и так далее. Но помимо этого, внутри Network будет иметься развитая цифровая экономика, в основе которой будет лежать собственный токен Network и NFT-токены под названием LAND. И вот, собственно, распродажа токенов Network я и анонсировал вам в предыдущем видео. Сама распродажа прошла в формате IDO 21 мая сразу на трех платформах – Bonly, Pulse и Trustpad. Причем токены Network инвесторы смели как горячие пирожки, ажиотаж был крайне высоким. Что после официального листинга все, кто не успел купить токены на IDO, ринулись на Uniswap и разогнали цену Network более чем на 1200%. И сейчас, спустя несколько дней после листинга, токен Network имеет весьма мощные показатели. Ликвидности почти на миллион долларов и объем торгов в несколько сотен тысяч. А цена, кстати, после успешного старта уже успела скорректироваться, и теперь у вас есть выгодная возможность купить токены NetVRK. Тем более, что помимо заработка на росте их цены, их можно будет использовать еще и для получения пассивного дохода от стейкинга. Стейкинг доступен на платформе Unifarm, которая с недавних пор является официальным партнером команды Network. И, собственно, токены Network вошли в 9-й раунд стейкинга на Unifarm, одновременно с такими проектами, как Bonfi, Razer Network и OpenDeFi. И, собственно, токены этих проектов вместе с собственными токенами от Unifarm и, разумеется, токенами NetVRK могут получать стейкеры токенов NetVRK. Но только при условии того, если получится пробиться в пул, потому что размер наград, а соответственно и количество стейкеров на Unifarm ограничено. А учитывая ажиотаж вокруг токенов Network, логично было ожидать, что и пул стейкинга забьют так же быстро, как и раскупили токены на распродажах. И собственно так и произошло. Все доступные слоты для стейкинга NetVRK разобрали за 9 минут, что стало практически рекордом для Unifarm, где быстрее только заполнился пул от Paid Network. Однако, если вы не успели на распродажу и фарминг, отчаиваться не стоит, потому что токены NetVRK это не единственный актив, который может предложить своим инвесторам команда Network. Помимо этого, у них ведь будет еще и линейка собственных NFT токенов под названием LAND. Про эти NFT токены я более подробно рассказывал вам в предыдущем видео, но кратко напомню, что LAND это не просто цифровые картинки, а своего рода правовладение на участке земли в виртуальном мире Network. А учитывая, что их количество ограничено 10 тысячами штук, можно ожидать, что и ценник на них будет регулярно расти со временем. И распродажа токенов LAND от Network еще не прошла. Она должна состояться уже в скором времени. И вроде как в течение нескольких дней команда NetVRK должна будет опубликовать подобные условия данной распродажи и точные сроки. Поэтому у всех из вас будет шанс купить эти перспективные NFT по выгодной цене. Так что обязательно подписывайтесь на официальные аккаунты Network в Твиттере и Телеграме, чтобы не пропустить анонс распродажи. Но, разумеется, это ни в коем случае не финансовая рекомендация, и все решения об инвестициях вы должны принимать самостоятельно, тщательно оценивая все возможные риски, которые в криптоиндустрии довольно высоки. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам, профита. Пока-пока.
Please visit network.co to learn more today.